Россия – это поистине великая держава. Историю своей родины в стенах школы Лига Первых знает каждый без исключения. И главное, все ученики гордятся, что они часть могущественной страны. Россия – это большая страна, самая лучшая в мире. Здесь много разных городов. Я люблю ее за то, что она очень красивая, большая. Куча интересных городов, много интересных возможностей. Торжественную линейку открытия летнего лагеря посвятили Дню России. Когда отмечается этот значимый праздник для каждого человека, живущего в нашей стране, здесь знают даже самые маленькие. Мы народ, и мы едины. Вместе мы непобедимы. В начале традиционное исполнение гимна нашей многонациональной страны. Вместе с учителями поют и все ребята. На сцене выступления детских коллективов образовательного учреждения. В каждый номер школьники вложили частичку своей души. Патриотическому воспитанию молодежи в Химках уделяют особое внимание. Каждый ученик с малых лет знает, насколько важно сохранять историческую память и культурное наследие. Каждый понедельник наши школьники исполняют гимн, выносят флаг. Они прекрасно знают историю своей страны. Очень большую работу советники по воспитательной работе в школах проводят с ребятами. То есть могу сказать, что наши дети – достойное поколение. Школьный лагерь официально открыт. Лето – любимая пора всех детей. Особенно радует ребят, что впереди целая смена, которую они проведут в кругу своих друзей в стенах родного образовательного учреждения. В этом году в лагере Лига Первых более 150 человек. Это ребята из разных школ Химок. Для них подготовили масштабную программу. Каждый день имеет свое название. Он чему-то посвящен. Это как и праздники из календаря, да, так и те мероприятия, которые мы проводим в рамках лагеря, которые интересны детям развлекательного характера, познавательного характера, спортивные мероприятия. То есть абсолютно все направления задействованы. У нас в этом году в полтора раза больше детей, чем обычно. Мы самый большой лагерь в Химках. Зарядка, оздоровительные процедуры, кружки и секции, прогулка и дневной сон. И, конечно, трехразовое питание. Каждый день детей будет насыщен на события. Многие из ребят в лагере уже не в первый раз. В этом году 6 отрядов, один из них – волейбольный. В штате тех, кто каждый день будет следить за ребятами – 25 педагогов. Это единственная смена в Лиге Первых. В этом году продлится она до 9 июля. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.